Я правда могу спросить все, что угодно? Даже не знаю, с чего начать. Спроси то, о чем больше всего волнуешься. Мои друзья, мы с ними так же хорошо общаемся. Нет. Буквально через несколько месяцев вы прекратите свое общение навсегда. Почему? Мы поругались? Нет, просто так получится. Вы разные люди, у вас разные пути. Не держи на них зла. А как ЕГЭ? Я хорошо сдала? Поступила на бюджет туда, куда и хотела? Да, но на первом курсе ты бросишь универ. Поймешь, что это не твое и что тебе нравится абсолютно другое. Надеюсь, я не пожалею об этом. Не пожалеешь. Это лучшее, что ты могла сделать для себя тогда. А как на личном? Есть кто-то? Да, в 11 классе ты встретишь парня, с которым ты будешь безумно счастлива. А моя мечта? У меня получилось? Или все так же безрезультатно? Да. Правда. У тебя почти 3 миллиона подписчиков в очень популярной социальной сети. Это все было не зря. Серьезно. Я так рада это услышать. Просто продолжай верить в себя. И все будет так, как надо.